Еще одна новинка появилась в нашем доме. И не просто новинка, а новинка, которая ознаменовала новый творческий комплекс. Знаете, удивительное чувство всегда рождается в душе от встречи с новым сказочным миром. Просто улыбка и восторг, и ликование — раз и новая весточка из сказки. Да еще какая! Праздничное оформление, оно дарит такой настрой очень светлый, счастливый, сказочный. А имя стихотворения, оно настраивает на такой торжественный лад, на встречу с элегией любви. Вот так сразу этот шрифт подсказал, куда ведет путь. Знаете, то, что это стихотворение можно слушать в авторском прочтении, это такой подарок сердцу. Те интонации любящие, теплые и в то же время очень такие четкие, ясные, направленные, такие удивительно благородные, чистейшие, светлейшие. Просто не передать словами, как звучит сердце феи в стихах и как помогает моему сознанию услышать то, о чем ведают эти стихи. Слушая авторское прочтение и встречаясь взором со словами, я обратила внимание особое на слова с большой буквы и почувствовала, что если прочитать их, то это такие слова, как «путь с вечным», «миру» и «светлой явью». И так сразу становится понятно, о каком пути идет речь. Ну как, понятно немножко, я понимаю, что я прикасаюсь и преклоняюсь перед той мудростью, которая живет в сердцах сказочных героев, феи и поэта, которые они так щедро делятся с нами. Ведь здесь всего два предложения, 8 поэтических строк, а сколько в них сказано, и сказано о самом главном, от чистого-чистого сердца. Спасибо большое за такую встречу с новинкой, неутомимому коллективу и за предчувствие знакомства с новым небывалым творческим комплексом.